Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Пришла пора играть в Fallout Shelter. Забираем все. О, еще крыжечки нам. Я только за, ребят, 14 тысяч крыжек, разве это плохо? Так, Джуди Бейкер к нам присоединяется. Так, давайте продавать обычные, будем забирать только синюху. Так, здесь то же самое. Рецептики, костюм комика. Так, гладкоствольный пистолет. Ну, столовая подземка. Ну что же, вроде бы в принципе неплохо, ребята. Так, продаем обычные опять предметы. Собираем. И мы с вами, жилая комната подземка, ребята, у нас полностью собрата. Замечательно. Так, ох, песик, смотрите, на задних лапах стоял. Ну что, заходи, роднуля моя. Мы тобой займемся. Так, сейчас мы здесь все это пособираем, поулучшаем. Замечательно, шмотка у нас готова. Ага, костюмчик, замечательно. Так. Все идет в дело. У нас открыто достижение какое-то, ребята. Так, открыть. Жилая комната подземка. Ага, нам нужна одна перчатка. Вот оно что. Хорошо, перчатку мы с вами сейчас стопудово достанем. Нам стоит разобрать какой-нибудь хлам. Так ведь? По идее, так должно быть. Да что ж такое? Бегут, бегут архаровцы, а? Ну ладно, ладно, сейчас они свое получат. Это же гаргули, ё-моё, о чем я думаю, ребят? Это же, конечно же, гули. Ё-моё, это уже называется переиграл рычаг в игры в разные. Гаргули у него уже, блин. Да-да-да, это именно Бастерс Демонс, ё-моё. До сих пор в башке сидит. Ну что тебе, красавица, дать-то я даже не знаю. Давай вот эту прочную броню фиг с ним. На первый раз, я думаю, прокатит. Ну что там у меня? Нормуль все? А нет, не так все хорошо, ребята. Хотя... Нет, все, выдержали. Молодцы, давайте их вылечим полностью. Особенно Джека. Ну что, в принципе все, ребят. Последний гуль пал смертью храбрых. О, у нас 30 тысяч крыжек. Хе-хе. И 4 происшествия из 40 сделано. Че там ползаешь-то? Ползунок, а? В костюме эльфа, ё-моё. Совсем спятил парнишка, блин. Пошел в спортзал. Ему в дурку надо, а не в спортзал, ё-моё. Так, улучшаем, конечно же, ребята, мастерскую тем. Будет сокращаться у нас время создания. Да, нам нужна перчатка. Одна штука. Так, а у нас еще... Оу, переноска, ё-моё. И смотрите-ка. По-моему, у нас такой песик есть уже, да? Ну-ка. Питомец Голиаф. Стоимость создания минус 30%. Стоимость создания чего? Всего или... Так, это, скорее всего, нужно тем, кто у нас занимается оружием или броней. Мне кажется, почему-то так. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Если кто в курсе, ребята, то отпишитесь, пожалуйста. Блин, ну столько чертежей и нету материалов, ребят. Ну разве это не обида? Конечно же, обида. Так, ну что, возьмем Голиафа. Пускай он будет хоть с кем-то, да, как говорится. Чем он будет у нас лежать неприкаянный. Так, ну что, давайте, ребятушки, мы, наверное, с вами что-нибудь разберем. Нам нужна перчатка. Бейсбольная перчатка. Так, погоди-ка. Собрали. Нет, здесь мы ничего не можем с вами сделать. Мы же столовку с вами изучили, да? По-моему, столовку. Так, где у нас незнакомец появился опять? А, жилая комната подземка. А вот столовая Минитмены создана, ребят. Значит, я должен как-то столовку заменить. Хм, а она у меня не меняется. Очень интересная. И я не знаю, чего это зависит. Ладно, в любом случае, ребятушки, давайте сильное взаимодействие у нас здесь. Также у нас, скажите, сыр. Скажите, сыр. Не хочу, ребята, брать те миссии, где нужны какие-то определенные костюмы. Но, по всей видимости, придется, блин. Так, если мы, например, возьмем это... Нет, не прокатит. Не прокатит, потому что у нее силовая броня. А я не хочу снимать с нее, потому что потом я замучусь искать, на ком она была. Хрен с ним, пока это мы все оставим.
Ну что ж, давайте что-нибудь разберем, в конце концов, чтобы получить нам бейсбольную перчатку. Причем у нас изысканная одежда всего две штуки, а там нужно три. Уже нехваточка. Да. Так, нехватка. Как мы можем ее компенсировать? Давайте, наверное, создадим костюмчик. Так, у нас тут оп-оп. Два костюма новых открыто. Давайте искать, где у нас вот эти вот пиджачки. Пиджачки. Вот, торжественная одежда. Я надеюсь, это то же самое. Мне, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Так, ну что, ребятушки, у нас заданий никаких пока нету. Пустошь, рад скорпионы. Давайте-ка мы, наверное, вот сюда отправим партийку. Кстати, вот этих ребят не помешало бы мне на самом деле прокачать. По крайней мере, вот силенки бы им и восприятие. Ну, если я их буду качать, кто у меня будет тогда выполнять все мои основные задания? Вопрос, да, интересный. Так, ну что же, одно задание мы начали. И давайте-ка что-нибудь еще выберем. Такое хорошенькое. Проверка экспериментов. Волтек. Слушайте, давайте, наверное, вот это возьмем, да? Да, 20 часов будут они бежать, но, надеюсь, это что-то такое хорошее, полезное. Ну, по крайней мере, будут чем-то заняты, чем вот так вот сидеть тут и дурковать. Давайте выставляем все последние ресурсы и отправляем их. Думаю, что должны справиться. И теперь бы нам какое-нибудь задание взять попроще, потому что у нас нету с вами стимпаков, ратпаков, и главное, чтобы их там не завалили без этих дополнительных подхилов. О тушечной чуме. Ну давай попробуем вот так сделать. Так, нужен нам... Погоди, а где у меня... Где у меня все элитники? Роберта. Так, и... Ну, Харрис возьмем тогда. Аксель Харрис. Ладно, пускай они бегут. Обидно только одно, что серия у нас получается какая-то говененькая, потому что... Ну что, я их отправил на задание, а чем мне сейчас заниматься, ребят? Ну что, вот я поднял всем уровень. В принципе, у меня на базе здесь спокойно, все хорошо, все занимаются своими делами. Есть, конечно, у меня одна задумка, которую мы всегда с вами делаем. Это делаем небольшой перерывчик, потом я делаю серию уже с прохождением этих ивентов, на которые мы пошли. И потом это все объединяем в кучу, если только таким способом. Так, ну что, давайте разберем вот этот вот халатик и посмотрим, выпадет нам перчатка или нет. Дудки называется. Ну что ж, давайте костюм профессора превратить все в хлам. Не, давайте вот так сделаем. Пряжа. Ага, увеличительное стекло. Плюшевый мишка. Опять что-то как-то не фартануло. Была, не была. Погнали. Пряжа. Так, опять стекло и опять мишка, елки-палки. Да ладно, вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Ну-ка, костюм стиляги. Вот, вот она, бейсбольная перчатка, все. Остальное мне не важно, там пряжа, шкура, брамина. Так, я думаю, что можно, в принципе, это все дело заказать, да? Где там у нас мастер тем? Ага, вот он. Заказываем. Ну что, ребята, давайте тогда сделаем действительно так. Сейчас мы пойдем с вами немножко отдохнем, по крайней мере вы. Для вас это будут секунды, для меня это будет достаточно приличное время, но тем не менее мы увидимся с вами чуть-чуть попозже и уже, естественно, будем проходить ивенты, на которых мы отправили сегодня своих ребят, своих бойцов. Так что далеко не расходимся, ждем секунды. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter, и добро пожаловать все в мое убежище. Сегодня у нас, думаю, будет серия довольно интересная, хотелось бы мне в это верить, потому что сегодня мы будем с вами делать ивенты. Ну, естественно, задания, на которых у нас находятся наши бойцы невидимого фронта, но для начала здесь все сейчас пособираем. Так, ага, крышки обязательно забираем, мало, конечно, но... Как говорится, даже здраные овцы клок, и то хорошо. Так, и у нас, ребята, Лаура Лейн появляется, новый житель. Так, уже 70, получается 75 жителей у нас, да, будет? Ну что, роднуля? Да подожди ты, не, это мне нужно. Заходи к нам в гости, не стесняйся. Сразу же платьишко с нее слетело, да? И она у нас в обычном костюме спортивном. И в трикошках, блин.
Ну ладно, не будем к этому придираться. Хотя хочется. О, ребята, у нас опять что-то изготовилось. Так, ну-ка, 18 уровень. И что ты нам сделал на этот раз? Мы же что-то заказывали, по-моему, да, ребята? А вот что? Ага, жилая комната-подземка. И столовая минитмены. Слушайте, наверное, мы начнем, ребятушки, со столовой, да? А почему бы и нет? Минитмены, ну, естественно. Так, галочку ставим. И... Так, тема полностью объединена. Да, я хочу, да, я уверен. Вы хотите... Да, я хочу перезагрузить сейчас же. Хочу новый вид своей столовой. В конце концов, мне уже надоела старая моя обыденная столовка. Причем у нас их две. Ну давай ты не томи, елки-палки. Ну что так долго-то? Эй, что так темно-то? Включите свет. У меня с напругой вроде все нормально. Так, я что-то не понял. У меня хоть что-нибудь изменилось? По-моему, один в один. Ничего не поменялось. Ребят, что за... Что случилось-то? Почему меня так кинули-то, а? Здорово просто, а? Обалдеть. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Или я что-то не так сделал, или я где-то опять ступил. Ребят, если кто заметил мою ошибку, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, а здесь подземка сработает или нет? Так, ну-ка, перезагружаемся. Да, я хочу сделать это сейчас. Но если и здесь сейчас скидок будет, то, извините, ребята, это уже западло какое-то будет натуральное. Давай, давай, загрузка быстрее. Крути свой этот значок радиоактивный, блин. Ну, так, погодите, что-то поменялось. Поменялось же, да? Оу. Ну, хоть что-то новенькое, елки-палки. А почему, интересно, со столовкой не сработало? В чем проблема была? Слушайте, может быть, потому что у нас тут три секции, а в столовке всего две? Ой, ладно, ребят, давайте начинать наше задание. Блин, что-то мне как-то обидно, если честно, что так получилось. Задание называется «Таинственно исчезающие клубни». Поговорить с фермерами. Надо же, ребята, у нас еще где-то здесь выжили фермеры. Хм. Ну-ка. Тишина. Как дела? Нормально? Ага, не волнуйся. Они не будут волноваться, ребята, они же под моим контролем, все у нас будет пучком. Так что не бздеть, как говорится, лишний раз. Ёлки-палки, я уж хотел было сказать тишина, но не тут-то было. У нас же кроты, вот почему у нас картофель исчезает. Потому что вот эти вот охламоны, это же кроты все-таки. Съедают пассиву, видимо. Так, хорошо, завалили мы их всех тут. Что у нас тут лежит? Ну-ка, ага, стимпак один. О, чертежик для здания. Один за всех и все за одного, естественно. Как же иначе? Блин, а почему, интересно, их только трое можно вот отсылать? А не пятеро или не шестеро? Не двое? Не десять? А именно трое? Прям какая-то у нас тут троица незабвенных таких легендарных чувачков. Куда меня несет? Вообще не понимаю, что несу. Уже переиграл, видимо. Так, давайте здесь посмотрим. Крышки. Будем считать, что это плата за риск. Маловато. Крышек-то дали нам за риск. Такую работу колоссальную мы делаем. И всего лишь там 200 крышечек. Ну давайте добиваем этих охламонов. Точнее одного охламона. Готов. Так, стимпак. Здесь ружишка дешевая, никчемная. И часики. Так, ну что, у нас осталось 3 этажа. Крышки дали. Угу. Ох, помогите нам. Вся наша тошка пожухло, весь урожай под угрозой. Какая тошка, ты хотел сказать картошка? Очень странная болезнь. И чем же мы вам поможем, ребятушки вы мои? А вы случаем не ботаники? Нет, но мы слышали, что эта беда пришла не только к вам. Знаете других фермеров, у которых тоже пропала тошка? На старом заводе засела какая-то банда. Поболтайте с ними. Здорово ты советик нам дал, да? Мы должны идти и поболтать с бандой. Странное место, да? Вот и я о чем говорю. А вы не подосланы ли казачки у меня туда, ребята? Почему я должен идти действительно к банде и узнавать по поводу картошки? Точнее, тошки. Какая разница, короче, вы поняли меня. Ага, вылазят охламоны. Ну что же, давайте для разогрева.
Немножко взбудражимся. Ну давайте, стреляйте вы уже, ё-моё. Не тусуйте картишки. Вот так вот, завалили щегла. Так, погодите, погодите. А, нет, нормально все, ребята. Трупиков не осталось, собирать там не с кого и не с чего. Ну, надеюсь, здесь коробочка-то что-нибудь хорошенькое даст нам. Но упал, упал и отжался. Что это тут у нас? Да какой-то белый костюмчик нам достался. Видимо, опять для медиков. Хотя похож был на мундир. Так, у меня чувачок получит сейчас уровень. Ну давайте, расстреливайте, ядрите вас на корень. Так, 21 уровень, отлично. Пистолет никчемный. Два пистолета. О, вот это я понимаю, мне дали колу. Так, дайте лутануть мне этого. Никчемная броня. А у тебя всего лишь один стимпак. Худо-бедно, но у нас, ребята, последний этаж получается. А мы про Тошку так ничего не узнали. Хотя фиг ли нам узнавать, если у нас уже все это пройдено. Основная миссия-то пройдена, ребята. Вон там восклицательный знак вовсю горит уже. Здесь мы просто с вами зачищаем уже этажи. Как говорится, ради личного любопытства. Так, все, здесь закромсали. Чертеж, опять же, для здания. Хорошо. Тишина? Тишина. Будьте начеку. Оу, и еще одна бутылочка ядер колы. И опять кроты. Так, ребят, ну это у нас последняя комната. Сейчас мы их расстреливаем и сматываемся к себе домой. Так, ну я думаю, тратить не будем с вами крит-удар. И здесь тоже, кстати, пригодится, может быть, на что-нибудь другое. Все, да? Отличненько. Опять чертеж дали. Ну что же, давайте возвращаться, наверное, в убежище уже. Так, у нас чертеж легендарного оружия достался. Так что мы сходили с вами сюда не зря. Кстати, что у нас там по бутылочкам? Мы сможем быстренько добежать? Дойти мгновенно. Одна кола. О, у нас их пять. Давай-ка, чешите как можно скорее. Давай, продадим обычные предметы. Остальное все забираем. Гвоздитрон. Даже не гвоздемет. Ага, столовые подземки. Оу, ребята, нам буквально... Ух ты, да мы вообще открыли. Подождите, столовые подземки, а разве у нас была закрыта? Ну да, получается так. Что же, довольно неплохо. Так, давайте, наверное, сразу же выполнять следующее задание. Как оно там у нас звучит-то, я уже и забыл. Ё-моё. Ну-ка давай. А, проверка экспериментов Волтек. Поговорить с жителями других убежищ. Но тут карта не такая уже большая. Быстренько сейчас ее прочешем. Что тут за жители у нас такие? Это кто такие? Так, мое почтение. Вы искатели приключений из дальних стран. А что, мы похожи что ли на них? Пришли поторговать с нашим прекрасным королевством? Естественно, елки-палки. Или сойтись с кем-нибудь в честном бою? Так, давайте вот это вот. Воистину мы пришли торговать с вами, добрые рыцари. Подыграем им, короче. Ну что, ответят? Вот добыча, которую мы его нашли в своем последнем приключении. Неплохо. Две квантовые колы. Довольно шикарная, я вам скажу, добыча. По крайней мере, для меня. Это имеет вес. Так, а тут у нас тараканы охламоны. Причем там у них даже вон... Да ё-моё! Мелкий... А мы его уже завалили. Так, что здесь? Ружье дешевенькое опять. А здесь... Пистолет, елки-палки. Лут-то говененький, ребята, говененький. Он меня не устраивает. Вы должны нам давать здесь хорошие какие-нибудь шмотки. Я не знаю, там, ну, в конце концов, какие-нибудь запчасти легендарные. О, а это еще что за хламон? Здесь правит кодекс рыцарства. Честность, храбрость и гостеприимство. Вот наши законы. Клянетесь ли вы проявлять эти добродетели, пока находитесь в нашем замке? Так, ну давайте, наверное, возьмем с вами первое. Клянемся нашей честью. Мы нарекаем вас рыцарями королевства. Ну, ребят, заиграть. О, еще две квантовые колы. Ты слышишь вопли? Кажется, я слышу вопли. А я почему-то ничего не слышу. Так, подождите, у нас тут сундук. Ох ты, ё-моё, волтековский. Боксик получили. Просто лежал, оказывается, там в ящике.
в неприметном таком. А мог бы пропустить, если честно. Так, ну что, кроты, получите свое, как говорится. Ну, давай, давай, расстреливаем. Кошечка, царапай его за задницу. Нет, не хочет. Ну и фиг с ним, и так попутились. Я возьму все, что смогу найти. Так это понятно, было бы что тут нормальное бы еще. Вот в чем проблема-то вся. Один хлам подсовывают нам. Так, тараканы напросились. И я так понимаю, у нас вниз еще два этажа будет, ребят. Но все равно карта маленькая, пройдем довольно быстро. И будет еще один рейд у нас. Угу. Надеюсь, там-то будет хотя бы побольше чего-нибудь. Кто, кроты опять? Да, кроты. Кстати, насчет тохи, картохи, надо будет доделать миссию, узнать, что там случилось. Но опять же, нам наверняка придется идти в логово к рейдерам и к бандитам и узнавать, что там случилось. Хотя я почему-то не уверен, что они будут с нами там разговаривать по душам. Мне обещали приключения. Кто-то мне наврал. Не знаю, кто тебе там наврал, но приключений тут выше крыши. Ага, лифта нету здесь вниз. Хорошо, ребята, давайте сюда бегать. Я тоже, честно говоря, думал, что здесь будет приключение сегодня намного интереснее, но, как видите, мы попали в какую-то дурку, где ребята возомнили свое убежище каким-то неким королевством. Ну, по крайней мере, они к нам щедры. Так, ну давай, давай, добиваем. Угу. Стимпаки. Ой, что это у нас здесь? А у нас здесь были стимпаки. Неужели ты не видел, а? Олух ты несчастный. О, а это кто такой? Склонитесь перед королем. Моя земля щедра и благородна. Назовите то, что вам нужно, и мы это вам дадим. Слушайте, я всегда хотел оружие, поэтому я, наверное, не буду никуда отклоняться. Нам нужно оружие для защиты нашего королевства. И вы его получите. Ага, он нам дал винтовку. Надеюсь, винтовка того стоит. Ну что же, давайте тогда мы сейчас здесь пройдем. Нам еще надо будет немножко подняться. Да-да-да, вот это именно последний этажик пройти. Ну и, в принципе, все. Побежим уже домой в родные пенаты. Ага. На дорожку, как говорится, вылезли кроты. Зря они это сделали. Надо было сидеть в норах и не высовываться. Целее были бы. Ну давай, 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 давай. Стреляй ты, елки-палки. Что ж вы такие слабенькие-то? Ну-ка. Ага. Отлично. Чертеж и стимпак, и часы. Это уже как хлам. Все, ребята, бежим обратно к себе домой. Так, ну здесь хотя бы у нас бокс есть. Надеюсь, в нем что-нибудь хорошенькое будет. Мне желательно, знаете, что там выпало бы. Или какой-нибудь легендарный житель, или какая-нибудь легендарная пушка. В принципе, больше мне пока оттуда ничего не нужно. Да, давайте побежим по-быренькому. У нас, по крайней мере, кола это позволяет сделать. Продаем обычный хлам. Остальное все забираем. Так, и вот здесь у нас жилая комната Минитмены. Ого, аж две штучки. Буквально еще три, и мы с вами можем заменить. Хотя стоит ли? Не знаю. У нас уже и так заменена. Ну что, вроде бы здесь пока... Эй, тихо, 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 не так, не так. Да ё-моё, да... Непонятно, куда он там побежал. Ну что ж, давайте, наверное, вот за этих еще сделаем. Что там у нас за задание связано с пустошью? Я что-то не успел прочитать. Ага, пустошь. Рад скорпионы. Убить светящегося рад скорпиона. Понятно, в общем, ребята, у нас такое было задание, помните, как-то? Убить светящего скорпиона, там тыры-пыры. А, нет, там был таракан. Ясно. Здесь у нас почему-то рейдеры. Хм, я думал, мы будем сейчас со скорпионами, ну, с тараканами на худой конец. А у нас... Совсем все по-другому. Слушайте, а вот этот вот паренек-то у меня тоже как будто король. Смотрите, с короной. Весь при себе, это все дела. А ведь сегодня даже не мой день рождения. Ну и к чему-то это сказал. Ага, костюмчик мы с вами нашли. Он, кстати, нам пригодится, по-моему, для задания одного. Там нужны вот именно такие пиджачки. Ух ты, охламончики. Привет, олухи. Как говорится, получите и распишитесь. К вам пришла посылочка в виде смерти. Такой бородач, блин, елки-палки. Похож чем-то на моего Джека. Только уже такой старый.
Что у вас тут лежит? Ага, обрез. Дайте мне... Так, подожди, почему я не могу... Да что ж такое-то? Во, отлично. Забрали у нее костюмчик. Кто, тараканы? Тараканы. Почему, интересно, тараканы, когда должны быть скорпионы здесь? Ну, по крайней мере, судя по названию задания, убить светящегося рад скорпиона. Не рад таракана. Хм. Что у нас там за таракашка лежит? С дешевым стволом. А тут тишина. А, какая тишина, елки-палки. Я их и не заметил, ребят, этих рейдеров так. Смотрю просто на эти ящики. Вот тебе тишина. Так, ладно, последнюю хламонку сейчас быстренько распишем и заберем, что у нас в ящиках. Ну, естественно, их полутаем, там у них будут крышки. Ну, что так долго-то, я не могу понять. Почему ты только одна стреляешь, остальные что стоят? Так, стимпаки, здесь у нас радиационный костюм и крышки, естественно. Два слова, хорошая добыча. Не сказал бы я. Так, а наверху у нас два этажа будет. Так, давай шмальнем разочек. Вот так вот. Ну, и этот уже готов. Так, у них коробочка здесь. Ага, с броником была. И опять обрез. Ну все, перебегаем вот сюда по-быренькому. Я ничего тут не упустил. Да нет, вроде бы все нормуль. Давайте их подхилим маленечко. Так, раз. А, нет, ребят, три этажа у нас будет здесь. Ошибочка вышла. Да вы достали эти тараканы. Хорошо, что они хоть разбираются довольно быстро. Ну, мне не нравится вот эта вот мадам со своим пистолетом. Как-то очень хиленько она стреляет. И немножко меня расстраивает в этом плане. Она должна... Надеюсь, смотрители оценят это по заслугам. Я вас критикую, ребята, критикую, потому что вы слишком слабенько шмаляете. Особенно вот эта вот девушка, которая у нас в супер броне. Урон у нее, конечно, вообще никчемный. И как-то мне обидно, что она вроде бы такая мощная и в то же время такая слабая. Так, ну давайте с этими хотя бы разберитесь по-быстренькому. Ну, стреляем. И не добило. Звездец полнейший. Так, один готов. Ну. Хотя, я помню, было в подсказках написано. Если с вами бегает животное, то враги быстрее гибнут. Да куда вы побежали-то, ё-моё, я нечаянно. Смотрителю это понравится. Смотрителю это не нравится. Почему они не бегут обратно-то, ёлки-палки? Я же не пойму. Чё за фокусы-то вытворяете вы здесь, а? Так, нет. Давай-ка, ребятушки, обратно. Хм, странно. А я почему-то на полдороги не мог им сказать стоп. От чего это зависит? От того, что они дуралей полнейшие и не слушают моих команд. А все про меня говорят. Так, дайте-ка мне... Да ё-моё, да что ты, камера? Дайте лутануть... Да куда вы? Вы что, издеваетесь, что ли? Вот. Я офигею, блин. Крышки. Добыча — это главное. Вот здесь я с тобой соглашусь. Это главное. Ну, тупить-то тоже не надо. А, опять эти рейдеры. Тот уже даже посидел, бедный. Кошара, не скули. Без тебя тошно. Давай лучше помогай. Что вы над одним этим пялитесь? Смотрите, в спину ему шивани. Вот, наконец-то, молодец. Додумался. Эй, винтовка. Что они мне так любят вот эти вот винтовки подсовывать? О, даже гули здесь есть. Какой нежданчик, а, для меня, ребят. Так, ну что, для, как говорится, еще не хватало сюда этих когтей смерти. И, в принципе, все враги были бы в сборе. Да? Да. Давай двукратным, вот так вот. Упал, часы нам достались. Побежали дальше. Так, погоди, возвращаемся. Этого вот так мы поднимем. И тут у нас... Ну, понятно, ага. Ну, тараканы, хорошо. Слушайте, ребята, а здесь у нас нет прохода. Нам придется обратно бежать. Ладно, это пустяковое дело, в принципе. Забираем таракана. Опять он с броником. Так, и девочка у меня получает уровень 32-й. Давайте-ка вот сюда. Это у нас, кстати, будет последний этаж. В принципе, это хорошо.
Слушайте, а задание-то у нас... А, рад Скорпиона, все, вспомнил я. Ну, надеюсь, он где-то в большой комнате, да? Нет? Нет, смотрите-ка, здесь тараканы. Странно, очень странно это все. Ну, давайте вы шмаляйте. Так, чертеж, подарки? Да какие же это подарки, ё-моё. Это само собой разумеющееся. А, вот они, наконец-то вылезли. Так, нам нужно, ребята, сконцентрировать силы вот на этом скорпионе, на зеленом. Так, и ты тоже шмаляй. Все, потому что мы пока будем с этими серыми разбираться, он может призывать их, и так будет до бесконечности, пока мы его не убьем. Так, ну-ка. Эх, не получилось на 5, но уже что-то. Все, и теперь уже вот этих вот разбираем потихоньку, как говорится, никуда не спеша. Уже бояться нечего. Самое страшное, как говорится, позади. Успех. А что вы нам дадите за этот успех? Неужели просто вот такое было задание? Ах, как ноги болят. Ну, автомат это... И все? Ну, я даже такого не ожидал. Ну, хотя бы 2 чертежа получили. Ну и винтовка. Блин, ну, что-то как-то не особо, да, ребят? Дали бы что-нибудь путевое, нормальное там. Ну, бокс, в конце концов. Или переноску. Я тоже не отказался бы. Так, ну что, давайте по-быстренькому добежим. Кстати, мы можем сейчас даже сделать с вами как? И еще раз отправить своих ребят. Так, жилая комната, минитмены. А здесь, а подземка у нас уже есть. Хе-хе. Мы можем сейчас всех своих ребят еще раз отправить на задание. И уже в следующую серию проходить новенький. Так, давайте смотреть, что у нас в боксе. Пища, фигня, крышки, мало, хлам, фиг с ним. Оружие, дерьмо и оружие, винтовка. Ну, как-то, честно говоря, вообще кисло, очень кисло. Я немножко даже расстроен. Получается, что вот эта вот миссия была последняя, пустая трата времени. Ладно, давайте что-нибудь, вот. Вот это уже другой разговор. Здесь мы получаем робота-помощника. Так, отправляем свою элиту. Так, потому что там у нас будут рейдеры. Давай, наверное, у нас 45-46. Так, ну что, начинаем задание. Фиг с ним. Не понял. Оу, когти у нас идут. Так, подожди, нет, ты стой здесь. Джек, ты здоров? Ты здоров? Че у тебя там со стволом? 14-15. А у меня нету лучшего все равно. Придется так держать вам строй. Ну-ка, выживут, нет? Ёлки-палки, у этого костюм Санта-Клауса вообще никчемный. Посмотрите, его разбирают как Салабона. Ну, хотя бы он успел выжить. Так, а здесь что? На, подхил. И здесь подхил. Оу, тихо. А это у меня вообще даже не одето, ребят. Черт, я забыл же ее одеть. Фу, тоже выжили, ладно. Сейчас они у нас в столовку побегут. Так, чтоб тебе, родная, где-то у меня... Вот, давай вот так вот тебе сделаем. И костюмчик. Ну, давай. Санта-Клауса не хочу. Скриптора. Я не знаю, что такое скриптор. Ну, что-то интересное, наверное. Так, всех хилим, обязательно хилим. Че, еще ни одного не убили, что ли? Точно, ребята. Как их трое было, так трое и осталось. Так, минус один, минус два и последнего. Ну, добивай его киркой. По голове прям. Ну... Нет. Прорывается он дальше. И здесь, наверное, он упадет, да? Ну, падает. Вот, все, ребятушки. Это у нас 5-е происшествие, если не ошибаюсь. Должно быть. Да. Ёлки-палки, еще 35 происшествий нужно сделать, чтобы выполнить это задание. Ух. Так, давайте всех своих отхилим на всякий случай. Потому что если вдруг нечаянно опять нагрянет... компания этих когтей смерти, чтобы не положили ту сразу. Хотя у нас очень мало стимпаков. Угу. У меня, кстати, уже давно возникает вопрос, а не пора ли нам сделать еще пару лабораторий? Как говорится, чтобы было все с запасиком. Так, вот этого вот, ребята, паренька я отправляю в пустошь, как я вам и обещал. На сколько там? Ну, на неделю, наверное, слишком долго будет. Ну, посмотрим, насколько он там у нас протянет. 46 уровень, это, по-моему, самый большой у меня в игре. Так, эти у меня делают задания. Что у нас еще можно?
Книга любви. Книга любви, блин. Ладно, давай попробуем кого-нибудь. А что им нужно здесь? Я что-то не помню. Я, видимо, пропустил. Ага, вот, ребята, это у нас задание с пиджачками. На это задание, я думаю, нам нужно отправлять каких-нибудь таких не очень известных ребят. И пускай они носят эти костюмы, ё-моё, на постой. Потому что если я со своих все это сниму, с вот главных, с основных персонажей, я потом запарюсь их просто-напросто искать. Так, давай-ка, наверное, мы оденем тебе изысканную. Прокатит, нет? Слушайте, по-моему, прокатывает. Так, тебе тоже изысканную. Дэвис, тебе торжественная. Слушайте, все нормально прокатило, ребята. 5-9, а у меня есть что-нибудь такое получше. 5-9, 8-11. Ну, в принципе, справедливый обмен был у нас сейчас. А тут 8-11, вот так. Все, пускай они бегут, но у нас, правда, нету подхила, ни ратпаков, ни стимпаков для них. Ну и фиг с ним. Так, и последняя, ребята, третья у нас бригада. Награда Одноглаз. Давайте сюда по-быстренькому воткнем вот этих вот самых своих сильных. И пускай уже идут. Ну, а на этой ноте, ребята, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайк ставим. И увидимся уже в следующих сериях. И продолжим играть в Fallout Shelter. Так что, ребятушки, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех дел. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!